Расскажи мне, мой друг, про любовь. Расскажи мне, родной, что такое. Я пытался понять, да не смог. Или сердце мое к ней глухое. И никто мне не смог объяснить, что такое любовь, что такое. Только голос внутри говорит, что любовь — это что-то святое, да что-то святое. Это милость в ответ на грехи и прощение на оскорбления, добродетель на ненависти и молитва на унижение, сострадание вместо злобы, на жестокость доброе сердце, мир и радость вместо войны, и сияние одежды вместо пепла, вместо пепла. Ты найдешь ее рядом с бомжом, у постели больного увидишь. Она дверь открывает в свой дом всем, кто миром забыт и унижен. Она там, где нуждаются в ней, где болезни, печали, разлуки. Она как драгоценный елей, как бальзам на душевные муки, душевные муки. У любви мало слов, много дел, никогда не кричит она громко, не звенит, не трубит о себе, словно кошка идет потихоньку. Не слаба та любовь, но сильна, и ничто ее не одолеет. Та любовь, что нам Богом дана, все препятствия преодолеет, преодолеет. Я не знаю, что значит любовь, и не знаю ей определения. Только знаю, что это наш долг перед всем, кто есть Божье творение.